Автоцентр Hyundai на Масельського пропонує весь модельний ряд автомобілів Hyundai, найкращі умови придбання та сервісу та програму для автомобілістів «Бардачок». Програма виходить за підтримки фірми «Мегатранс», офіційного імпортера автомобілів «Самант». Страховий партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок», и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Лето со всеми его хорошими и не очень событиями закончилось, но один важный момент из автомобильной жизни города хотелось бы все же осветить. Накануне Дня города произошло радикальное изменение пешеходного движения на перекрестке проспекта Ленина и улицы 23 августа. Пожалуй, произошедшее здесь можно назвать победой здравого смысла, однако далеко не полной и, надеюсь, не окончательной. А дело в том, что возле перекрестка пешеходные переходы обрели нормальный вид, предусмотренный стандартами. Под потоками последнего летнего дождика отлично видно, что новая разметка нанесена поверх содранной старой. Напомню, что по новохарьковской моде весной здесь на регулируемых переходах нарисовали зебру, разметку, обозначающую нерегулируемый переход. И вот накануне праздников дорожники тщательно уничтожили следы этого неудачного эксперимента. Правда, до конца стереть старые линии почему-то не вышло, но и то, что получилось, уже хорошо. Теперь между светофором и разметкой противоречия нет. Да и сами светофоры радикально поменялись, и пешеходные, и автомобильные. Наконец-то до Харькова дошел технический прогресс в области регулирования движения. Таймеры на светофорах позволяют и водителям, и пешеходам безопасно передвигаться и без проблем прогнозировать переключение сигналов. Вот только не всем пешеходам это помогает. Потому и автомобилистам расслабляться не стоит. И еще одно важное, давно назревшее изменение – перенос переходов по 23 августа. Теперь они, как и положено, передвинулись на законные места – к светофорам. Там, где пешеходные переходы находились ранее – та же затертая старая разметка и, что более важно, забор. Несмотря на перенос переходов, пешеходы по привычке пытаются переходить улицу в давно привычных местах и сильно удивляются, когда обнаруживают вместо свободного прохода ограждение. Надеюсь, вскоре привыкнут. Опять же, пока у пешеходов не выработаются новые привычки, водителям стоит быть внимательнее у перекрестка. Еще одно самое, пожалуй, неожиданное новшество – появление у перекрестка новой желтой разметки. Ей выделены остановки маршрутного транспорта и места вдоль бордюра, где остановка запрещена. Вот только, судя по большому количеству припаркованных прямо вдоль желтой линии машин, наши водители понятия не имеют, что эта разметка обозначает. Видимо, к разметке должен прилагаться толковый сержант ГАИ, который будет разъяснять автомобилистам, не бесплатно, разумеется, смысл линии 1-4. Да и знаков, запрещающих остановку, тут явно не хватает, ведь с приходом зимы и снегопадов линия будет абсолютно незаметной. Ну и, наконец, о том, что заставило меня, как и большинство автомобилистов, усомниться все же в полной победе здравого смысла над пережитками прошлого. Вот этот новосозданный переход. Нет, к самой организации перехода претензий нет. Разметка по стандарту, светофоры по последнему слову техники. Претензии только к месту расположения перехода. Он находится аккурат над подземным переходом. И в чем тогда смысл его здесь нахождения? Кто ж полезет под землю, когда проспект можно перейти поверху, не делая лишних движений? Видимо, создатели этого чуда, понаблюдав стихийное движение пешеходов через дорогу, решили не бороться с нарушениями, а возглавить их. Ну что ж, логично, вот только как быть с теми двуногими прямоходящими, которые даже этот вариант пересечения проезжей части игнорируют? Там еще один переход забабахать? А краски хватит линии рисовать? Хорошо, хоть хватило ума дополнительный светофор синхронизировать с тем, что на перекрестке. Проезжается это творение дорожника все же без проблем. Ну, разве что припаркованные на переходе машины пешеходов иногда заслоняют. Вот с этой бедой в Харькове пока справляться не научились. А жаль. Как известно, в наших краях нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Очередным подтверждением этой истины является Московский проспект на участке от Харьковского моста до Белозаводского. Напомню, что год назад этот отрезок проспекта подвергся реконструкции, асфальтовое покрытие здесь полностью обновили, но из-за внезапного наступления осени работы так и не были закончены, и проспект остался без финишного слоя асфальта. В результате резко возросла аварийность. Позволю себе процитировать отрывок из прошлогоднего выпуска «Бардачка». Все аварии, что здесь случились, в последнее время развиваются по одному и тому же сценарию. Машина, выезжающая на рельсы, внезапно закручивала в заносе и выбрасывала на встречную полосу. Уехал другой транспорт. Итог? Сильный удар на встречке. Иногда с серьезными последствиями для здоровья участников.
как оказалось, к печальному итогу приводит отсутствие всего лишь нескольких сантиметров асфальта. Обратите внимание, как выступают рельсы над уровнем дороги. Местами переход от проезжей части к трамвайной линии весьма плавный, а местами перепад в 4-5 сантиметров, в то время как стандарт допускает максимум 2. Из-за этого обстоятельства при перестроении на трамвайное полотно при неудачном стечении автомобиль может занести. Особенно опасен такой маневр в дождь, когда рельсы очень скользкие. За 10-15 минут наблюдения только за одним коротким отрезком проспекта несколько раз едва не случилось ДТП по вышеописанному сценарию. А таких участков, где рельсы значительно возвышаются над асфальтом, далеко не один. Помню, тогда же посоветовал коллегам-автомобилистам потерпеть до весны, дескать, перед чемпионатом положат новый слой асфальта и все будет в порядке. Как же я ошибался. Асфальт здесь толще не стал, и причина аварии в виде выступающих сверх меры рельсов никуда не делась. А раз так, то и ДТП по-прежнему случаются на этом отрезке с завидной регулярностью. Интернет буквально пестрит съемками харьковчан, запечатлевших последствия таких инцидентов. Ну что ж, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Для себя решил, что буду всячески избегать этот отрезок Московского проспекта, особенно в дождливую погоду. Пусть это выльется в существенные потери времени, но риск проезда вблизи столь опасных рельсов, по-моему, слишком велик. Велик из-за большого количества водителей, которые попросту не понимают, к чему может привести малейшая ошибка при выезде на трамвайный путь. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. «25 августа стала датой автомобильного праздника в Полтаве. Там, как и не так давно в Харькове, прошел «Адреналинфест» – мероприятие, сочетающее зрелищное шоу и спортивные соревнования. Главное событие «Адреналинфеста» – пятый этап чемпионата Украины по драгрейсингу, вокруг которого и строилось все действо. Драгрейсинг после того, как обрел официальный статус, буквально получил в Украине второе дыхание. А с приходом к руководству ФАО новых людей, соревнования по гонкам на ускорение стали проводиться регулярно и с широким размахом. Немалая заслуга в этом и главного организатора «Адреналинфеста», нашего земляка, харьковчанина Руслана Мирошниченко. Результат налицо. Люди довольны. Участники довольны. В России приехали со всех областей. С Крыма, с Донецка, с Херсона, Запорожья. Харьков большинство. «Адреналинфест» приготовил для зрителей, помимо, собственно, гонок, еще и небольшую выставку автоэкзотики. Перед взлеткой Полтавского военного аэродрома выстроилось несколько десятков достаточно необычных транспортных средств. Необычных как в историческом, так и в техническом плане. Это могли видеть все зрители. А вот мне посчастливилось внимательно рассмотреть именно те машины, которые участвовали в заездах. В закрытом парке, отделенном от праздной суеты надежным ограждением, готовились к выходу на старт гоночные команды. Да-да, именно команды. Драгрейсинги давно миновали времена, когда на гонки приезжал только водитель со своей машиной. Теперь в предстартовой зоне машины готовят к заездам команды механиков. С собой они привозят немало запчастей и оборудования, чтобы любые неисправности, выявленные в ходе тренировок или квалификации, не помешали показать достойный результат в зачетных заездах. Ну и автомобили в предстартовой зоне тоже рассматривать было интересно. Все машины, принимающие участие в соревнованиях, разделены на классы по объему двигателей, по типу привода – передний, задний, полный. Диапазон моделей от 10-цилиндрового Вайпера или 1000-сильной Субару до ВАЗовской Копейки или ЗАЗовской Таврии, которые, впрочем, мало напоминают машины, встречаемые на дорогах каждый день. Что порадовало, так это количество харьковчан, решивших бороться за чемпионские титулы. Причем бороться не ради самого участия, а реально претендовать на победу. Вот этот корвет, например, имея 850 сил под капотом, неоднократно уже завоевывал первые места на предыдущих этапах чемпионата. Кстати, его можно изредка встретить и на харьковских улицах. А вот турбо-таври ездят исключительно по гоночным трассам. Здесь все предельно аскетично и функционально.
Рассматривать подкапотное пространство драгстеров – отдельное удовольствие для тех, кто понимает, конечно. Умение впихнуть под капот стандартного авто несколько сот лишних лошадиных сил не может не вызывать уважения. Кстати, у самого мощного авто пятого этапа чемпионата Украины двигатель выдавал 1200 лошадиных сил. И именно этот Nissan Skyline поставил во время соревнований в Полтаве рекорд СНГ и Европы, пройдя 402 метра за 7,82 секунды. При этом скорость на финише была 285 км в час. Я возвращаюсь на взлетную полосу Полтавского военного аэродрома, где проходил пятый этап чемпионата Украины по драгрейсингу. По регламенту соревнований каждому участнику предоставляется возможность потренироваться на трассе. Во время тренировок пилоты могут почувствовать особенности покрытия и проверить собственное авто в боевых условиях. После тренировок – квалификационные заезды. В ходе квалификации определяется порядок зачетных стартов и отсеиваются машины, показавшие худшее время. На старт квалификационных заездов выходят нередко автомобили совершенно разных классов, ведь пилоты соревнуются здесь не между собой, а только со временем. Нужно проехать 402 метра как можно быстрее, чтобы получить допуск к зачетным стартам. Здесь очень хорошо видна разница в уровне техники. Самый младший класс, класс Street с объемом двигателя до 2 литров, машины, максимально приближенные к серийным образцам, с минимумом переделок. И, как правило, показывают время заездов около 14 секунд. А их многолитровые собратья, тоже в основном серийные, легко выезжали из 11 секунд. Полноприводные авто показывали еще более впечатляющий результат. В итоге из почти 50 участников к зачетным заездам было допущено только 27, показавших лучшее время. Тысячи зрителей, собравшихся вдоль взлетной полосы аэродрома, неотрывно следили за событиями на трассе, несмотря на жару в 34 градуса. Кстати, заметил отличие полтавских болельщиков от харьковских. Здесь было гораздо меньше милиции, и тем не менее никто не пытался перелезть ограждение и выбраться на трассу для лучшего обзора. Растет уровень соревнований, растет и культура зрителей. Надеюсь. Ну и еще к чести организаторов Адреналинфеста хочу отметить, что паузы между заездами тоже были не скучными. Автомобили и девушки заполняли их великолепно. И все-таки главное – это соревнования. После завершения квалификации начались уже зачетные старты, и с каждым заездом на стартовой площадке увеличивался слой сожженной резины. Прогрев шин перед стартом – обязательная процедура, ведь от удачного старта на 70% зависит результат. Вот и дымили гонщики резиной, не жалея ее. Некоторые умудрялись за квалификацию спалить не одну пару колес. Еще одна примета серьезных намерений пилота – механик с ветродуйкой, тщательно вивающий интеркулер турбины. Иногда еще водой ее поливающий. Это нужно для лучшего наполнения цилиндров двигателя. Чем холоднее всасываемый в цилиндр воздух, тем больше его масса, и можно сжечь больше топлива, получив большую мощность. В итоге всех этих ухищрений награды пятого этапа чемпионата достались, конечно же, лучшим. Харьковчане, между прочим, увезли из Полтавы два первых места и одно второе. А впереди шестой этап чемпионата и финал, который пройдет снова на Чугуевском аэродроме 6 октября. Уверен, будет очень интересно. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.